Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам поворачивать экран налево-направо, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Видео также можно смотреть в стереоочках. Видео снято в формате 4К. Если сейчас не соответствует этому, кликните мышкой на экран, внизу увидите шестеренку, заходите в нее, в качество и выбирайте то качество, которое позволяет ваш компьютер. В начале видео я показал, что представляет из себя автостанция в городке Канди. Откровенно говоря, там полный бардак. Но мы сели на автобус и отправляемся в городок Дамбула, где пересяем на тук-тук и доедем до нашего отеля. Он находился недалеко от самой знаменитой достопримечательной Шри-Ланки. Это гора Сигирия. Если сказать честно, то автобусное сообщение в Шри-Ланке развито очень хорошо. Автобусов много, автобусы ездят часто, и плата за них копеечная. Примерно 1-3 рупии за километр. Автобусы бывают государственные, и автобусы бывают частные. А по комфортности они делятся на обычные, это, как правило, государственные, и коммерческие, полукомфортабельные, комфортабельные с кондиционером и суперкомфортабельные. И по стоимости они, конечно, тоже отличаются. Полукомфортабельные автобусы примерно в 1,5 раза цена выше, чем в обычном. С кондиционером в 2 раза, а в суперкомфортабельном в 3 раза. И, конечно, будьте готовы к настоящему экстриму при поездке на этих автобусах. Это настоящие шумахеры. Автобусники, они короли на дороге, и им плевать, едешь ты на тук-туке или на дорогущем Мерседесе. Захотят они остановятся посередине, захотят они обгонят по встречке, захотят они прижмут любую машину, чтобы затащить к себе пассажира. И при этом у них интересно общение. Если автобусник попибикал 1 раз, то это означает, что он обгоняет. Если он попибикал 2 раза, то это означает, что он обгоняет, прячась то куда. Если попибикал 3 раза, это означает, что ему плевать на все, как хочет, так он и едет. Но, как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому предлагаю наливать чашечку кофе, садитесь поудобнее, приятного вам просмотра. И еще, хотел напомнить, что видео в формате 360 градусов и позволяет вам поворачивать экран налево-направо, если куда хотите, на что хотите обратить внимание. Twenty rupees now.
Помимо Шри-Ланки, на нашем канале вы можете увидеть прекрасные Филиппины, Мальдивы, Таиланд, Бали, Сингапур. Планируем Сейшелы, Французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!